Привет, друзья! С вами лекарь Травинка. Сегодня я делюсь очень полезным домашним рецептом. Называют его еще иногда пища долгожителей. Этот продукт улучшает память, укрепляет сердце, кости и суставы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. Сейчас я расскажу вам рецепт, ну а вы пока подписывайтесь, ведь на моем канале очень много полезного. Нам потребуется всего лишь два компонента – молоко и лимон. Подойдет любое молоко, кроме обезжиренного. Вот от него точно никакой пользы не будет. Оптимально брать от 2,5% до 3,5% жирности. Здесь у меня 1 литр молока, значит, для него мне нужно выдавить сок из половины лимона. Выливаем молоко в кастрюлю. Молоко нужно хорошо прогреть, но до кипения не доводить. Буквально перед самым закипанием выливаем лимонный сок и сразу снимаем кастрюлю с плиты. Вот сейчас хорошо видно, как творог отделяется от сыворотки. Берем кастрюлю, дуршлаг, застилаем марлечкой и выливаем содержимое нашей кастрюльки. Вот столько у нас творожка. Сыворотку, кстати, ни в коем случае не выливайте. Это полезнейшая вещь. Из нее сделайте окрошку, добавите в тесто или просто выпейте как приятный оздоравливающий напиток. Ну а творожок нам нужно подвесить от 20 до 40 минут. Он должен висеть. И имейте в виду, что чем дольше, тем он будет более сухим и диетическим. Вот такой вот у нас получается пресный, очень нежный, аппетитный творожок. На Кавказе его называют пищей долгожителей, потому что он имеет целый ряд лечебных свойств. Полностью натуральный, не содержит никаких посторонних добавок. Очень богат кальцием. Огромную пользу приносит всей нашей опорно-двигательной системе, укрепляет косточки, мышцы, улучшает кожу. Особенно рекомендуется тем, кто выздоравливает после операции или каких-то тяжелых заболеваний, проходит реабилитационный период. Обычно у этих людей есть проблемы с пищеварительным трактом, нарушена микрофлора кишечника. Так вот, такой творожок не вызывает никакого брожения в кишечнике, и он очень хорошо усваивается. Очень способствует восстановлению, улучшению работы желудочно-кишечного тракта и заселяет микрофлору кишечника полезными бактериями. Так что, друзья, готовьте его себе, кушайте на здоровечко, будьте здоровы и смотрите канал «Лекарь Травинка».